Место, где обнаружили лежащую женщину, ничем кроме стоящих грузовиков не примечательно. Потому, видимо, полицейские и задали ей вопрос, вертевшийся на языке. А здесь как оказались? Ну, я так пойму, машина, вот, меня тут оставили. А работать здесь, что ли? Я к маме ехала из дома, из Казани. А откуда из дома? Ну, я ушла из дома. Отвергнув версию о том, что работает на трассе, женщина хотела лишь одного – оказаться в тепле. При этом, впрочем, бутылку с пивом оставить на обочине в себе сил не нашла. Ну ладно, садитесь в машину. Пиво давай, пожалуйста. Прописана женщина оказалась недалеко, и экипаж решил самостоятельно доставить ее до дома.